Это не вагончики где-то в поезде или что? Да, вроде едут. Да, типа едет. Ой. Ой. У нас ароматизация. Да, спасибо. Ой, он тут похож на этого солиста из Шайни вроде. Похож на игру в кальмара. Да. Куда бежать? Влево. Давай. А, субтитры. Они русские? А, да. Ой, что-то мелкое-то. Ну, такой прям, такой конфетно-красочный клип, да? Реально, какие-то локации из игры кальмара, знаешь? Да. Очень напоминающие. Хотя 5 лет назад это было, до нее, видишь? До нее? Ну, игра кальмара, а когда она вышла? Да давно уже. Даже лестницы такие, нет, реально, они предугадали. Это, короче, эти задосели игры в кальмара, посмотрели клип и такие, точно, можно такой стилистики сделать. У них тут как физкультура или у него как эксперимент он проводит? Как будто эксперименты, да? Ну да. Такое ощущение, как будто он какой-то ученый. Ага, конфетный. Даже видишь, мальчики напротив девочек. Это, короче, я знаю, ученые, которые изучают любовь. А, но есть про любовь. Есть сладость. Есть такой. Кинь, я рассеял новую по-казахски. Таран-таран-таран-таран-таран-таран. Она так показалась. Таран-таран-таран-таран-таран. Ты что, язык не знаешь, так кажется. Лов, видишь? А, точняк. Поэтому полки не случайные, да? Явно неудобно. А мы видишь, как стол наклонен. Интересно, что за субтитры такие маленькие? Тут у нас настройки такие стоят, или они такие сделали? Да, у нас настройки. Ай. Знаешь, как будто такие экспериментальные дети, которые появились, и он проверяет, насколько они физкультурно способны. Знаешь, такой... Для идеальных рейтов. Такой, знаешь... Понятно. Какие ассоциации. Мне даже что-то для гриля розовое. Да, а то он тыкает. Короче, видимо, его девушка сдолбалась и просто уже его отрубилась, и все, вот ее так палочкой, типа, давай, живи там. Ого, эти настройки. Блин, как она смотрится? Специально физкультурно работали, чтобы они потом строителями были. Я поняла, да. Чтоб строили много квартир. Кстати, в кадре классно смотрится вот это. Прикольно. Блин, я всегда вот думаю, что самый вот одни из классных работ это городские постановщики таких клипов. То есть можно прям покреативить, интересно, знаешь, локации там подбирать. Так это как-то интересно выглядело. Просто, чем страннее, тем лучше. А что ты, он на выпускном? А, это, походу, связанное. Это у него галюны, ты же вспоминал. Нет, он на выпускном. И вот он за девушки, он там, может быть, с ней хотел... Вот, видишь, только-только вкуклил. Походу, с ней на выпускной пошел. И все просрал. Она поэтому стоит рядом с ним, скучает, видишь? Не переживай.